Лихие гусары, пехотинцы, простые солдаты и главнокомандующие. Страницы побед русской армии оживают на этих полотнах. Уникальная выставка работ русских художников и скульпторов 19-20 веков «Наша армия, наши победы» – проект, который стоит особняком в экспозициях художественного музея. Все работы объединены одной темой – темой патриотизма. На выставке представлены работы, может быть, не такие большие по размеру, но они интересны действительно вот различным отношением, различным воплощением этой большой и серьезной темы. То есть это работы полковых художников, которые специально были прикомандированы к войсковым соединениям, непосредственно участвующим в больших важных сражениях. И подчеркиваю, что это ставилась особая задача вот это все воплотить, запечатлеть и отправить и современникам, и адресовать в вечность. Война 1812 года с Наполеоном – этой теме посвящена экспозиция на втором этаже музея. Графика, акварель, масло. Часть работ была выполнена специально для полковых музеев и представляет, кроме художественной, еще огромную историческую ценность. Эта выставка продолжает тему экспозиции, которая проходила в прошлом году в Государственном историческом музее. В историческом музее у нас была составлена более сжатая выставка. Мы сделали как? Художники должны были быть офицерами, и изображение должно нести как бы именно военные действия. Вот здесь в данный момент у нас выставка более расширена, то что художники у нас не все воевали, но присутствовали на боевых походах. На выставке будут представлены работы известных русских художников, несколько графических работ Алексея Боголюбова, небольшая Марина Ивана Айвазовского, зарисовка Ильи Репина. Представлены эскизы и скульптуры лейб-гвардии полковника Ивана Либериха. Череповчане будут первые, кто увидит такие уникальные экспонаты. Это медальоны, выполненные русским живописцем Федором Толстым в 1814 году. Памятные сувениры были изготовлены им в честь побед русской армии. Уникальная коллекция головных уборов военачальников времен войны 1812 года. Надо отметить, что экспозиция выставки будет дополнена и экспонатами из коллекции Литовского полка Череповецкого музейного объединения. Это и холодное оружие с гравировкой, шашки, сабли, и пистолеты, и работы из наградные приветственные грамоты, обложки которых украшены серебром. На первом этаже экспозиция военных художников 20 века. Она охватывает период гражданской и Великой Отечественной войны. Сейчас идет формирование выставки и подготовка к открытию. Ознакомиться с экспозицией череповчане смогут уже 18 июля. Выставка «Наша армия, наши победы» продолжит свою работу до 16 августа. Светлана Валивач, Анатолий Холин. Новости.